Сенко Денис, игрок команды Геркулес Трансстрой. Как тебе игра? Как все прошло? Ну, во-первых, все с праздником, с Святой Пасхой. Игра была, в принципе, хороший соперник был по игре. Но я думаю, мы по делу обыграли, все свои моменты реализовали, в принципе, ход игры контролировали. Вот. Хорошая игра для подготовки к следующей важной игре. У вас ответные матчи будут вообще. Ну, ответные матчи, да. Ну, я думаю, мы хороший задел сделали, чтобы пройти дальше. Я думаю, в нашу пользу все сложится. А про какой ты матч имеешь в виду, что ждет? Матч у нас следующих выходных с командой за первое место. Мы играем по Испании? Да. Лас-Палмас? Лас-Палмас. Да. И поэтому, я думаю... Все ждут этого противостояния, да, но да. Еще Лига чемпионов у вас. Да, я думаю, все сложится в нашу пользу. Все, вам дальнейших побед, спасибо.